Всем привет, всем беспокойным сердцам, всем, кому не сидится в такую погоду дома. Сегодня, мне кажется, 15 октября, ой, вообще золотая осень, тепленько. И я сегодня выбралась на огород, и не одна я такая. И почти все занимаются тем, что делают забор. Чинят, в общем, я тоже пришла, решила, что буду начинать делать забор. Значит, с чего я начала? В общем, конечно, сначала я начала, в общем, с ревизии, что у меня есть, какие у меня есть столбики. А потом с подсчета, как мне их расположить. Значит, есть у меня вот такие столбики из трубы, 10 штук по 2 метра. Если сетка рабица метр 50, скорее всего, я зашла на сайт Колорон. Я посмотрела, что длина рулона, в рулоне длина этой сетки рабицы 10 метров. Вот. И высота, по-моему, метр 50. То есть, получается, мне нужно закопать этот столбик в глубину на 50 сантиметров. Но решила, что 50 метров не очень получается закопать, что и 40 хватит. Вдруг она какая-то повыше, пониже. Ну, это уже как пойдет у меня работа. Дальше. Мне же нужно отмерить, отбить, как правильно и где наметить будут остальные столбы. Ну, для того, чтобы, если их копать начать, нужно по периметру, по углам, в общем, копать столбы. Для этого я нашла, у меня такая есть веревочка. А мне Алина как-то подарила, думала, я буду вязать какие-то сумки, подарила такую веревочку. И я ее натянула вот от соседского туда столба, сюда. И теперь принесу сюда столб. Сейчас, в общем, на углу здесь буду копать. Постараюсь сделать тропинку, так, чтобы нормально можно было ходить. В общем, решила, все-таки буду делать одну калитку. Ну, я сомневаюсь, конечно, одну или две мне надо калитки. Просто с этими соседями, они такие сложные люди. И еще непонятно, в какую сторону будет открываться калитка. Вдруг она их там зацепит. Хотя этот мужик, когда проволочку это натягивал на своем заборчике, он с моей стороны топтался, не со своей. Мне там затоптал полностью, тропинку сделал уже даже, полностью затоптал мою клумбу, которая скапывала. Ну, а со своей стороны ему как-то не очень удобно, наверное, было. Ну, ладно. Ну, и суть в том, что если вот здесь у меня будет калитка, конечно, вот туда бы я открывала, хорошо было бы мне. Да, здесь бы стоял деревянный столб, на котором бы прикручены были навесы. Ну, а здесь, мне кажется, нужно последний столб металлический, чтобы так вот завернуть эту сетку рабицу, очень хорошо натянуть. Вот, как бы вот мне с руки, как обычно, на велике сюда езжу. Ну и все. Помощника сегодня со мной нет. Поэтому начну сама. Ну, а как будет там уже продвигаться, по ходу дела, может быть, кто-то еще и присоединится. Тут у меня целая куча хрена растет. Перепит. Верхний слой копать легко. Но неудобно, что он уже... И не хочется, конечно, делать большие такие ямы. Хочется это все залить, конечно, бетоном. В общем, так, я поставила столбик, я померила. Получается, над
землей 1,50 м. И теперь у меня стоит вопрос, нужно ли его сейчас уже зацементировать, чтобы у меня... Или прятать, потом цементировать. Наверное, сейчас буду делать так, как зацементирую. От него уже натяну уже отсюда. Мне надо вот туда натянуть эту веревку. Так, у меня есть вот такая мелкая щебенка. Хотя я знаю, где взять крупные. Так, ладно, сейчас я принесу туда щебенки, насыплю. Еще такое задумала, чтобы не сильно много этого раствора туда уходило. Сделала вот такую штуку. Ой, как это называется? Рубероид. И вот туда насыплю сейчас. А потом, а вокруг землей потом. Кажется, так надо сделать. Если честно, я испытываю нетерпение. У меня на подготовительные работы сложно все. В общем, я туда насыпала часть цемента, 3 песка. Теперь еще несу, беру воду. А этот у меня нечем. Лопатка там маленькая. Сейчас, наверное, мало воды зачерпнула. Вот такая я нетерплячая. Мне надо все столбик один закопать, зацементировать. Так. Да, вот. Этот. А ну-ка. Бетон. Я никогда, ну, как бы со щебенкой не цементировала. Не знаю, надо жидкое сделать, наверное, чтобы оно там туда пролилось. Или не жидкое. Ну что, проверим, как он будет получаться. Нетерплячка берет. Туда, конечно, видите, узкую эту штуку сделала. Ну и ладно. Что он там зацементирует или нет? Наверное, надо вытащить. Где же надо? Оно же не пропитается туда, в эту. Видите? Не пропиталось. Надо, может, вот надо же сначала было бы YouTube посмотреть. Так, отключаюсь, буду тренеров проверять, что получилось. Вот у меня что там получилось. Надо сделать какую-то работу над ошибками, продумать, что не так. В общем, как я поняла, нужно с гравием все перемешивать. То есть пропорции 1, 3, 4. Вот. Можно не затрамбовать землей, а уже вверх зацементировать. Еще так. Ну, в принципе, пусть стоит этот. Пойду копать дальше. Натяну сейчас веревочку туда. И работа продолжается. Так, другой способ. Уже с этим, наверное, много воды налила, как обычно.
В общем, все приходит с опытом. Пошла. Так, вот столбик второй. Не могу сказать, что прям земля там какая-то очень рыхлая. Там. Это как будет. Просто я хочу, чтобы же хватило всего мне этих материалов, которые я приобрела. Мешочек цемента, мешочек щебенки и чуть-чуть песка притащила. Ну, и сверху землей. Новая технология, видите? Только мне надо попробовать тоже такое. Бурить как на рыбалке будет. Ну, я на рыбалке бурила, так это нелегко вроде было. Ох. А чаще вытаскивали. Ну, конечно, так. Сухая. Ты в обратную сторону сейчас? Почему? Ну я бурю на рыбалке. Сейчас он зайдет в это. Потихоньку вытаскивает. Нечего ступать. Ну теперь вычерпывать надо, да? Ну, вот я когда сырая земля хорошо, он как лед так примерно вычерпывает. Сухая насыпется. Вот потяжелее пошло. Вы на какую глубину? Да, 50 сантиметров. 50-40. Может, хватит. Это вы чего вы теперь ходили? Сейчас попробую. Ладно, я, если мне это все понравится, а мне надо... А ну-ка, дай. Просто меня же видно будет. Вот я буду сейчас стоять. И... В эту сторону. Я правильно делаю? Да. Видно? Видать тебе, видать. И то, что я делаю, видать? Да, будешь. Боже мой. Ну, крутил. Ой. Покрутила, устала, выдернул. Чем чаще выдергиваешь, тем легче крутить. Все-таки не лопатой колупаться. И меньше раствора уйдет. Вставила трубу. Щебенку тогда насыпала сухой, заляпала. А она, я смешиваю ее сразу. Все смешала, ну, или смешивай сразу. А ты... А давай, ладно, отвечай. Ты будешь сейчас делать что-то им, да? Я, мне там пока другая работа есть. Ну, давай тогда я покручу. Побурь. Так, ну еще раз всем привет. Немного не успеваю сделать то, что задумала. Уже 7 вечера, и сейчас вот прям на глазах потемнеет. А мне бы еще 2 столбика зацементировалось. Ну и решила я пока включиться, пока вы что-нибудь увидите. А я уже как-нибудь тут разберусь. Ноги замерзли. Так, показываю, что сделала. Так, вкопала. В общем, все свои... А как же мне их показать? Ну, в общем, ну вот. Вот они стоят. Все зацементировала. Теперь у меня стоит вопрос. Ой, нужно ли землей прикидать, чтобы больше не возвращаться. Или завтра детей попросить, чтобы пришли, закидали. Здесь поставила доску, тоже зацементировала. И еще мне тоже. Ну, у меня просто 10 столбиков, и на мое расстояние не особо хватает. Вот этих, ну, провисать будет. Я такую доску сюда зацементировала. Если, в общем, здесь будут стыки, рулоны будут соединяться. Как понятно вам? Я понятно объяснила? Ну вот, конечно, тут получилось вот прям по линеечке, а потом я спешила, хоть нужно было отдать бур. И не очень по линеечке, но уже как будет. Вот. Осталось вот здесь доску
закопать и все. И можно идти домой. А потом уже, если столбики не своруют, если все будет хорошо, можно и сетку рабицу купить. Не знаю, я, ох, мужа не буду. Ну что, при чем тут муж? Просто дело в том, что пока он, как это сказать, в вынужденном отпуске. Но я думаю, что надо купить сетку рабицу. Что-то не видно меня, друзья. Все. На этом, наверное, я буду заканчивать сегодняшнее видео. Всем хорошего настроения. Всем пока.